хлеб, приготовленный дома, никогда не сравнится с покупным, особенно, если это хлеб из нашего детства. Сегодня мы будем делать горчичный хлеб в хлебопечке, такой, как продавался в советских магазинах. Можно сказать, что это классический рецепт горчичного хлеба в хлебопечке, но с привнесением небольших изменений в пропорциях ингредиентов, не стоит забывать, что хлебопечка, в зависимости от модели, предлагает ряд рекомендаций по приготовлению, с которыми лично я стараюсь не спорить, к тому же результат всегда получается восхитительный, а этот хлеб вообще отдельная история, для меня он самый любимый, наверное, потому что его запах ассоциируется у меня с детством и хлебным отделом магазина, когда свежевыпеченный хлеб выкладывали на витрины, а в последнее время, благодаря моей помощнице, в хлебопечке, я довольно часто готовлю хлеб дома, к тому же это не занимает у меня много времени и сил, так как основную работу делает техника, и если у вас есть пара свободных часиков, то используйте их с пользой и приготовьте домашний хлеб. А я с удовольствием поделюсь с вами рецептом приготовления горчичного хлеба в хлебопечке. В конце видео я покажу ингредиенты для готовки. Подготавливаем наши ингредиенты, чтобы они всегда были под рукой. Из такого количества продуктов у нас получится одна буханка хлеба весом около килограмма. В контейнер хлебопечки вливаем молоко, подсолнечное масло, добавляем сметану и яйцо. Следом всыпаем муку, соль, сахар, горчичный порошок, ванильный сахар, затем в муке делаем небольшое углубление и всыпаем в него дрожжи, закрываем крышку хлебопечки и включаем программу для приготовления классического хлеба, у меня она идет под номером 1, выбираем румяность корочки. Дальше хлебопечка все сделает сама, а мы можем пока заняться своими делами. Когда хлеб будет готов, хлебопечка подаст сигнал. Подпишитесь на канал, есть еще много вкусного. Наш хлебушек готов, вынимать его надо, пока он теплый, а затем нарезаем его на ломтики и наслаждаемся вкусом настоящего домашнего хлеба. Лайкайте, подписывайтесь, комментируйте. Продукты и их количество, далее. Молоко 320 мл, масло подсолнечное 3 столовые ложки, сметана 3 столовые ложки, горчица сухая 2 столовые ложки, яйцо 1 штука, сахар ванильный 0,5 штуки, пол пакетика, мука 690 грамм, дрожжи сухие 1 чайная ложка, сахар 2 столовые ложки, соль 2 чайных ложки, количество порций 1,5-20. Щелчок, клик, нажатие на лайк, это всего лишь секунда в твоей жизни и целый поток хорошего настроения и мотивации трудиться дальше для автора. Я рада гостям.